Всем привет! И в этом видео я покажу, как отформатировать флешку на телефоне. На разных телефонах это будет по-разному, но в большинстве случаев эти способы подойдут. На некоторых телефонах можно отформатировать, зайдя вот сюда. У меня он называется «Проводник», а у вас может называться по-другому. Где выбор? Телефон или флешка? Можно будет отформатировать, нажав на вот SD-карта. И длительно держать может вылезти такая опция, как отформатировать. Также, зайдя на флешку, и нужно нажать на вот эти три точки. Либо здесь появится отформатировать флешку, либо в настройки. Но в моем случае ни здесь, ни здесь таких опций нету. Поэтому для того, чтобы отформатировать, мне нужно перейти в настройки. Вот я зашел в настройки, теперь выбираю хранилище, теперь выбираю SD-карта, нажимаю на нее. Сейчас я выбираю вверху, справа три точки, кнопочка, жму на нее, теперь выбираю настройки хранилища. И здесь есть опция форматировать. Нажимаю на нее. И сейчас, если я нажму очистить и отформатировать, то все, что есть на флешке, все удалится. Я думаю, эти способы подойдут большинству, потому что если на самой флешке нельзя отформатировать ее, и в настройках, в хранилище, нельзя все стереть с нее, тогда это как-то очень странно будет. Ну и на этом все. Заходите ко мне на канал, и, возможно, вы еще найдете что-нибудь полезное для себя.